Драма, комедия, мюзикл. Что ожидает нас в эти выходные? Какую культурно-развлекательную программу подготовила для нас творческая интеллигенция города? Об этом расскажу вам я, Юлия Север, в рубрике «Афиша». Спектакль «Роддом» покажут актеры театра «Самарская площадь» в эти выходные. Обаяние и новизна пьесы в том, что кроме молодых мам и пап, в ней живут и действуют еще нерожденные дети, которые уже отстаивают свои права на будущую хорошую жизнь. Особенно комичен 8-месячный нерожденный плод, который представляется молоденькой маме как 40-летний мужичок, поучающий свою мамашу, как надо жить. В спектакле показаны 4 пары. У каждой пары своя история со своим финалом. Спектакль является лауреатом и победителем множества конкурсов, фестивалей, заслуживает вашего внимания. 24 и 25 октября. Театр «Самарская площадь». Маленьких зрителей от 5 лет и их родителей приглашают актеры театра «Кукол» в это воскресенье. На сцене спектакль «Кот в сапогах». Ум, смелость, находчивость, благородство и самоотверженность. Вот те золотые черты, которыми наделил героя сказки ее автор. Зрители простят коту и его авантюризм, и некоторое лукавство, потому что самое главное для него – сделать своего хозяина счастливым. Начало представления в 10:30 и в 13:00. В начале карьеры у Иванушек Интернешнл спрашивали, а как вы себя видите через 5 лет? Сменим название на Иван Иваныч, отшучивались они. Вот уже 20 лет они на сцене, а время их будто не коснулось. На песнях группы выросло несколько поколений россиян. Сколько молодых людей влюблялись под «Тучи», расставались под «Тополиный пух», мирились и женились под «Беги», играли с детьми под «Куклу Машу». Эти ребята всегда несут лишь положительный заряд. Нет осенней депрессии. Да, концерту группы «Иванушки Интернешнл». В это воскресенье в 19:00 смотрите на телеканале «Самара ГИС» концерт группы «Иванушки Интернешнл». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Надеюсь, наша афиша поможет вам провести эти выходные не скучно. Увидимся в следующую пятницу. До свидания.